Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У нее голограмма, и за голограммой она там руками почему-то машет, как будто отмахивается чего-то. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Галину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Галины поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Галину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Голограмма кивает, а саму Галину не видно за ней. Хорошо, сканер. Просканируй голограмму, отключи ее полностью. Выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. И как это все выйдет, отправляй это все в силы моего намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У нас голограмма какая-то новая, она как под током. Сканер справится с ней или дать апдейт? У него есть апдейт. Отлично. Готово. Клетки голограммы. Отлично. Галина меня слышит? Слышит. Хорошо. Галина дает свое согласие на диагностику и чистку. Но не поняла, где она. Галина, вы просили нас о чистке своего биополя. Она плачет, она говорит правду, достучалась, значит. Так и есть. Вы заказали сеанс, мы его исполняем. Вы даете свое согласие на диагностику. Она плачет и говорит, что меня здесь никто не видит. Конечно, даю. Не бойтесь, мы сегодня всех вытащим из вас. За этой голограммой никто меня не видит. А кто ее установил, эту голограмму? Вы не знаете? Рептилоиды. Хорошо. Значит, тогда будем сегодня разбираться. Я вам хочу сразу сказать, в этой комнате диагностики вы имеете над ними власть. Вы можете их уничтожить, вы можете им отдать всю свою боль. Все, что они вам сделали, вы в состоянии здесь им вернуть. Просто я хочу, чтобы вы об этом знали. Хорошо. Даю команду. Значит, три сканера сканируют пространство над головой Галины под ногами. 360 градусов вокруг нее. Нейросистем тонких тел Галины находит все. У меня в ногах воронка с бесом. Бес, воронка, хорошо. Нет, джин. Джин. Инсектоид. Инсект. Рептилоид. Репт. Вот греев не пойму сколько. А нам не надо смотреть. Если они сейчас не проявятся, я их сожгу. Их трое, но два не выглядят настоящими. Снимаются все маски и голограммы, все сущности предстают в клетке-тюрьме согласно своему эфирному коду ДНК. Один Грей и два робота. У них нет никакого ДНК. Два робота. И Грей. И один рептилоид, да? Один рептилоид, один Грей, два робота. Хорошо. Два робота Грея. Они по бокам стоят настоящего. Понятно. Ну хорошо, пусть наслаждается последними моментами своего существования. Сегодня они будут уничтожены. Вопрос с Греем и рептилоидом пока открытый. Мы сегодня все узнаем по причинам этой подключки, почему она установлена была. Установили ей еще электрическую голограмму, от которой ее шарахало током. Нет, это защита от других. Ой, я тебя прошу. Эта защита действовала на нее? Таких, как мы, защита это. То есть они в голограмму установили еще защиту, чтобы к ним не приблизились. Хорошо. Отторгающие. Понятно, мне ваши защиты, честно говоря, неинтересны. У нас воронка с бесом. Какой бес, Вера? 8. Какой у нас джин? Я не вижу цифру. У него почему-то идет цифра 56, но это столько месяцев, сколько он не сидел. Так, джин, я смотрю, ты мешаешь мне здесь работать, да? Ты хочешь со мной сразиться? 27-18. 27-18, джин. Ты не 7-тысячный, не 8-тысячный. Мы даже 10-тысячных видели. Кто ты вообще такой, что мне здесь театр устраивать? Это тебе первое и последнее предупреждение. Еще раз позволишь со мной так работать, я заберу у тебя твою челму, заберу твои все кольца, серьги, сосуд с золотыми монетами и все это уничтожу. Попробуй еще раз со мной такую игру сыграть. Ты меня понял? Он кивает. Идем дальше. Инсектоид. И какой у нас рептилоид, меня интересует, Вера? Подожди, джин говорит, что... Он будет говорить, когда я его буду спрашивать. Понял, мой господин, и загадывай желание. Ты что, сдурел? Разве у тебя нет желаний? Ты видишь, с кем ты имеешь? Все желания. Я ангел. У меня одно желание, чтобы таких, как вы, было как можно меньше во Вселенной.
О чем ты говоришь? Какие желания? У меня единственное желание – это быть ближе к моему отцу. Все. Все, он понял, он молчит. Вера, считай цифру рептилоида над головой. 128. Лаборант? Да. Хорошо. Сколько вы находились с этой голограммой в биополе? 5 лет идет цифра. 5 лет. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто будет на вопросы отвечать глупо или неправду, тот пожалеет очень быстро о том, что он затеял. Итак, даю команду тонкой копии Галины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также к голограмме и к воронке, голограмме рептилоида и воронке беса. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Галине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сколько инсектоид находился в этом биополе? 4 года. Хорошо. Сколько бес находился в этом биополе с воронкой? 1 год. И джин сколько находился в этом биополе? 3 года. Ждем окончания реверса. У нее, кроме вот этой голограммы, еще какая-то конструкция на голове от Греев с рептилоидом. Плюс конструкция. Хорошо. Сканер, просканируй на настоящий момент полноту души Галины. 87. Ух ты. Хорошо, Грей. Где еще 13% души? 3 в голограмме, а 10 уже ей не принадлежат, он говорит. Серьезно? Значит, вы сделали копию и отправили ее, да? Да. Ну, хорошо. Я тебе сегодня покажу, как это все возвращается назад. А за то, что вы сделали, вы понесете очень серьезную ответственность, Грей. Я надеюсь, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь. И уже просканировал у меня. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Галина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Галина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из голограммы. Жад Галине по праву возвращается назад. Пошел процесс. Галина, у вас украли 13% души. Вы хотите свою душу вернуть назад? Конечно. Хорошо, мне этого достаточно. Еще вопрос, Галина. Вы можете сконцентрироваться на этих болях, на этом негативном ощущении, которое вы получили от этой голограммы, которая стояла 5 лет в вашем биополе? Она может, но у нее еще конструкция, которая ей мешает. Мы это все выведем сейчас. Хорошо. Сначала вернем все. Хотя это не мешает, сканер просканируй, выведи эту конструкцию рептилоида и Грея полностью до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора. Все это выходит, отключается, деактивируется. Вместе с сопутствующими энергиями выходит из ее биополя. У нее по спине шея и на голове как обруч, и от него идут такие отвлекающие, как игрушки висят, проблемы, от которых она отмахивалась. Понятно. Хорошо, это все выходит сейчас. Вместе с этими мыслеформами. Готово. Отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму к этой голограмме. Выстраиваю прямой канал от Галины к этой конструкции и реверсом отдаю весь негатив, все, что она получила от этой конструкции, назад на счет 3, 1, 2, 3. Пошли негативные энергии назад в эту конструкцию, которую она получила от нее. И ждем окончания реверса остального. Остальной реверс закончился. Здесь идет пока негатив. Хорошо. Усилию потоки в 50 раз. Все до последней частички назад. Готово. Отлично. Установлен этот канал. Принадлежит по праву. Возвращается назад. Пошел процесс. Чем-то слово идет мысли. Чистые мысли. Рассудительные. Так это они и воровали. Заменяли. Это меня поправляет Грей, да? Угу. Угу. Хорошо, Грей. Посмотрим. Готово. Посмотрим, как я сегодня заменю эту конструкцию, перепрограммирую и установлю в тебя. И включу на полную мощность, на отток энергии. Заменяя твои энергии на другие энергии. Например, ангельские. Хочешь ангельских энергий? Он выдвигает вперед двоих роботов. И... Роботы переходят в соседнюю клетку. Я их сейчас уничтожу. Он имеет в виду, ты можешь на них пробовать. Мне они не интересны. Мне они не интересны. Я даже их не считаю за живых существ, поэтому они будут сегодня по-любому уничтожены.
Вот, а вот с тобой вопрос открыт. Хорошо, Верочка, мы забрали все? Он говорит, что вы наши технологии используете и сейчас тоже делаете таких роботов, людей. Я не делаю никаких роботов лично. Но у меня есть что-то занимательное для тебя. Разве тебе не интересны технологии? Мне интересна вот эта вещь. Появляется в моих руках шар с живой плазмой. 1, 2, 3. Вот это мне интересно. И это я намерен тебе сегодня лично передать. Если Галина скажет, отдай это Грею. Вот это ты получишь. Нет, еще защиты. Поэтому ты не можешь ее использовать. А ты мог использовать свою голограмму и конструкцию против человека беззащитного? Мог. Вот и я считаю, я могу. Тем более не я буду брать на себя ответственность, а Галина скажет. Это ее биополе, она хозяйка в своих энергий. Ты украл у нее 13% души. Сканер, просканируй, сколько сейчас процент души у Галины? 90. 90. Хорошо, Галина, вернемся к разговору, к вашим 10%, которые проданы были Греями. Другой цивилизации, скорее всего. Вы хотите их вернуть? Да, она хочет. Сформулируйте крепкое, железное намерение, что вы хотите вернуть свою душу назад. И я выстраиваю канал от Галины. Реал, все, что она потеряла, мощнейшим потоком пошло назад, где бы оно ни находилось. Верочка, ставим монитор и давай посмотрим на эту картину. Где оно? Ты знаешь, монитор стоит, и я вижу эту копию, она дергается, душа, она не может выйти. Спроси, контракт есть у нее. Галина, у вас есть контракт какой-то с цивилизацией, рептилоидом? Не знает, она руками разводит. Вы осознанно заключали какой-то контракт? Осознанно нет, но она молилась. Я спрашиваю Грея, есть ли контракт ваш с Галиной? Как же? Он показывает контракт, он его листает. Листает. 10% души. Вот как. Заменено на здоровье. Поэтому ты такой уверенный был, да? Хорошо. Тогда мы сделаем следующим образом. Переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Галина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она готова это сделать. Я говорю вслух, я тонкая копия, повторяет за мной. Я. Такого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня есть контракт. Вышел он активный. Отлично. Пусть повторяет за мной. Право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Ну, вот эта душа сейчас 10% возвращается через этот контракт. Там что-то со здоровьем связано. Не ее. Близкий она... болел кто-то у нее. 3 года назад. Мы встречались с таким уже, я помню. За ребенка мать просила, на этот пришли гуманоиды. Ребенку, правда, стало легче, но после этого ее жизнь превратилась в ад. Бесу не нравится, когда ты так говоришь. А что тебе конкретно не нравится, бес? Не надо все на ад валить. Они никак не связаны с адом. Ты дословно меня принял, я говорил абстрактно. Ад, в нашем понимании, это плохая жизнь для человеческой души. Поэтому... Подписав этот контракт, она разменяла свое спокойствие на вот это состояние, которое, в общем-то, называют у нас на Земле адом. Вернулась уже. Хорошо. Энергия. Открывая воронку в галактическое ядро 1, 2, 3, и все аннулированные контракты вместе с фантомами контракта уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Ушли фантомы и копии. Хорошо. Сканер. Полнота души у Галины на настоящий момент. Она говорит, душа, душу. 100%. 100%. Хорошо, Грей, как там насчет твоего контракта? Покажи мне его еще раз. Где он? Нашел. Ах, что ж так? Ты ж так себя самоуверенно чувствовал. Ты ж сказал, что ей 10% не принадлежат. Так и было по контракту. Ну, так и такая оказия случилась. Как же так? Поехали дальше. Это продумаем. Ой, я тебя прошу. Ты знаешь, я много видел Греев, но твоя самоуверенность, она реально сейчас, ну, ничем не обоснована. Начинаем это тогда... Это не самоуверенность. А что? Мысли вслух. Ты еще и философ. Хорошо. На мысли вслух иногда в нашем мире приходят демоны. Начинаем тогда с вытаскивания всего, что осталось. Грей, что-то осталось еще, что я не вытащил? Нет. Инсектоид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Конструкции свои отключайся. Был инкубатор? Да, есть инкубатор. Хорошо, все вытаскивай, ничего не забывай. Внизу женские органы добил инкубатор. Красные там. Энергия? Воспаление? Энергия. Мы это уберем. Внизу, да, живота.
Все снял. Хорошо, Джина, выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль, ничего не забывай, все подключки вытаскивай, доклады о готовности к проверке. Проверка будет проводиться сканером несколько миллионов герц. Если из вас кто-то что-то оставил или забудет вытащить, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Я вас предупредил. Джин как раскручивает ее закрутила. Из своей энергии. Да. Руки по швам. Мумия делал, да? Да, от колена выше. Готово. Хорошо, Бес, твоя очередь. Бес, скажи мне, есть ли лярва в биополе Галины? Да, он показывает спина, да. Руки. Хорошо. Ты хочешь эти лярвы получить? Он хочет получить. Он показывает еще, что он воронкой закручивал внизу. Негатив вытягивал. Понятно, хорошо. Давай сейчас выходи, отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. После этого на месте доложи мне, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Готов. Хорошо. Разрешаю тебе забрать лярвы. Забирай, снимай все, ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Он хочет эти красные боли забрать. Хорошо, забирай. Воспаление. Забирай эту красную боль тоже. Для него это какая-то пустота. Понятно. Он все снял. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Галины. Синхронизация до 100% заканчивается автоматически. Как дрожь по ней прошла от верхних, рассинхронизировалась. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, мы все убрали. Бес, ты находишься еще в квартире, я полагаю, да? Бес находится. Кто еще? Бес, Джин. Рептилоид, Грей. Инсектоид не находится. Хорошо. Инсектоид, ты готов уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он принес, и уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Бес, скажи мне, в этой квартире ты один или есть еще кто-то? Черт есть? Нет, он один. Хорошо. Кошку в самой квартире он один. Ты кошку не мучил? Специально не мучил. То есть ты расставил ловушки, она в них вошла, да? Там кроме меня еще полно негатива. Понятно. Я просто эту квартиру буду сегодня чистить, поэтому я могу собрать весь негатив, который в этой квартире находится, тебе в дорогу. За это ты мне покажешь все порталы, соберешь все, что я оставил в этой квартире. Я проверю после этого, соберу тебе этот негатив и отправлю первый раз на твою чистоту. Тебя такой вариант устраивает? Устраивает. Хорошо. Хочешь эмоциональный фантом? Да. Выходит эмоциональный фантом Галины, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, также всю низковибрационную эмоциональную энергию и регенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Вышел фантом. Как он выглядит? Серый. Собирая все эти энергии в шар. Галина, эти энергии вы сгенерировали сами. Вы готовы расстаться с ними? Готова. Хорошо, отправляю эти энергии Бесу. Бес, забираешь? Забирает. Отправляю Бесу. Есть. Хорошо. Сейчас я открою портал для Беса и Джина. Они уйдут в этот портал, Джин собирает всю свою пыль, все, что он раскидал, все ловушки. Точно так же и Бес дожидается меня, я проверяю и отправляю Бесом, как договорились. Открывается портал сейчас в квартиру Галины. 1, 2, 3. И Бес с Джином уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Илья, прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Али. У меня здесь рептилоид с очень разговорчивым Греем, 5 лет, и еще 2 робота. 5 лет сидели, контракт успели заключить, голограмма, конструкция, 10% души по контракту вернули назад, 3% находилось в голограмме. Посмотри, шустры, пожалуйста. Какие? Шустры. Абсолютно верно, да. Еще и обижается. Что смотреть? Забирать будем обоих, подключки уничтожить. Хорошо, под голограммой конструкции открывается воронка в галактическое ядро, и они уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, Грей, там тебя выслушают внимательно. Можешь все это рассказывать там. Я уберу тогда сам все, что они установили в квартире. Готово, забрали. Отлично, клетка у нас пустая должна быть? Да, пустая. Отлично, поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое, если было, оно проявляется.
Нет, нет. И почему-то ее показывают, как будто она ждет какого-то воздействия. То есть она полагает, что кто-то ей делает магическое воздействие, она это и ощущает. Да, но это самое примитивное, что можно подумать. Абсолютно верно. Хорошо. Галина, я вам объясняю. Безусловно, когда чувствуешь какое-то воздействие, не знаю от кого, но первое, что идет в голову, это магия, черная магия. В этом случае на вас действовали эти сущности, которые находились в вашем биополе. Никакой магии у вас нет. Вам нет вообще никакого основания переживать по этому поводу. Сейчас вы знаете правду. Сейчас вы присутствовали при всем этом. Должны были понять, что все это воздействие плюс отсутствие 13% души дает какую-то иллюзию того, что на вас кто-то напал. Это верно. Нападение было, но это не магия. Это я вам говорю, чтобы вы себя не грузили сами напрасно. Потому что если бы магия была, мы бы ее сразу здесь увидели. Вы это поняли, Галина? Она поняла, да, что на ней нет магии. Хорошо, идем дальше. Хорошо, Галина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Очень спокойно чувствую себя. Уравновешенно, уверенно, гармонично внутри. Это нормальное состояние, вот к этому надо стремиться. Все остальное является ненормальным состоянием. Поэтому обращайте внимание на свою реакцию, это очень важно, как вы реагируете на вещи. Задумывайтесь в следующий раз перед тем, как возможно что-то ответить по привычке. Понизит это ваши вибрации или повысит? Она наслаждается внутренним состоянием, ей не говорить не хочется, не реагировать, не отвечать кому-то грубо. Ей очень комфортно внутри, она наслаждается этим. Вот это и есть это состояние, о котором я рассказывал. Отлично. Сейчас мы вас вернем в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Галины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.